Сегодня отмечается Международный день бокса. На официальной странице Федерации в соцсети запустили большой праздничный эфир «Флешмоб», в котором спортсмены из разных регионов делятся видео боя с тенью на фоне знаковых мест своих городов. Спортсмены Чувашии тоже вышли на бой. События проходят под девизом «Сильнее, чем вчера». Так организаторы ответили на ограничительные меры во время пандемии. Боксеры из разных городов страны весь день передают эстафету друг другу в онлайн-формате. Желаю успехов, таких же побед, как делали до нас наши отцы и деды, как выступало наше поколение. И, конечно, мы уверены, что сегодняшнее поколение боксеров также высоко поднимет знамя нашего спорта и нашей страны и будет побеждать на самых крупных соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах мира, Европы.